Беларусь – открытая и гостеприимная страна. Граждане более 40 государств посещали Беларусь в безвизовом режиме на основании двусторонних соглашений. С февраля 2017 года список таких стран расширился. В настоящее время, согласно указу президента Республики Беларусь номер 345, граждане 76 государств, включая все страны Евросоюза, отдельные государства Южной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, имеют возможность без процедуры оформления визы посетить Беларусь на срок до 30 дней. Для этой категории путешественников въезд и выезд осуществляется через пункты пропуска Национальный аэропорт Минск, аэропорты Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева. Ограничений на количество безвизовых поездок в Беларусь нет, но общий срок пребывания в стране не должен превышать 90 суток в календарном году. Гостю необходимо при себе иметь действительный паспорт, средства на каждый день проживания в размере не менее 58 белорусских рублей, а также действующий в Беларуси договор медицинского страхования на сумму не менее 10 тысяч евро. Для граждан ряда государств обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действующей многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию и авиабилета с подтверждением вылета из национального аэропорта Минск, либо аэропортов Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева в течение 30 дней с даты въезда. Порядок безвизового передвижения через национальный аэропорт Минск, аэропорты Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь или убывающих из Беларуси авиарейсами российского направления, а также владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов. Иностранцам, намеренным провести в Беларуси более 10 суток, необходимо зарегистрироваться в органе регистрации по месту фактического временного пребывания, либо на сайте единого портала электронных услуг portal.gov.by. В гостиницах, хостелах, санаториях и иных коллективных средствах размещения иностранные гости регистрируются администрацией при заселении. Беларусь открыта добрым гостям. Новые встречи, новые эмоции, новый взгляд на мир ждут вас. Добро пожаловать в Беларусь!